Hypersonic. Старый добрый уровень, качество которого проверено временем. Однако... Ой, блядь! Лёха? Ох, Санечка. 2-2 не выходят, оценивают всякое говно. Тебя это не заебало, Санечка? Чё тебе, блядь, надо от меня? А я, Санечка, хочу тебе рассказать о сервере ОНПС. Там недостаточно просто насрать в редактор, чтобы получить оценку. Постараться придется. Также имеется защита от DDoS-атак, от различных взломов. А также там имеются свои демоны, челлендж-листы, Санечка. На данный момент текстурпак там еще рисуется. Ну а также планируется добавление различных интересных модов для более разнообразной игры. Сервер только начинает свое существование, поэтому именно ты, Санечка, и вы, подписчики Санечки, можете спуститься по ссылке в описании и помочь серверу с его становлением. Ну и нахуй ты мне это рассказал? Ой, бля, вроде отпустило нахуй. Так, на чем я там остановился? А, так вот. Однако, несмотря на всю фановость этого уровня, в нем есть кое-что общее с Суперсоником, а именно унаследованные говнопереходы. Предлагаю особо сильно не задерживаться и сразу же приступить к их разбору. Эх, переход Серпонжа на Маникса. Каждому проходящему Хайперсонику он знаком. Мало того, что здесь стоит какого-то хуя невидимый потолок, который нужно убирать обязательно для того, чтобы об него не сдыхать, так еще вам нужно целиться в центр данной конструкции с батутами, чтобы не сдохнуть примерно вот таким образом. Переход на Маникс говно. Но может сам Маникс нас порадует? Еще как порадует! Говный переход на этом Дэш-Арбе. Фиксится он легко, буквально невидимыми телепорт-порталами, однако сам факт его наличия здесь явно не очень приятен. Эх, парт нас губы, друзья. О нем подробнее чуть дальше, но сейчас о переходе на него, ведь там нас встречает 360 FPS баг. Он обходится довольно легко, нужно просто прыгнуть перед порталом паука, однако перед этим прыжком нужно максимально близко нажать к этому препятствию, дабы не заруинить траекторию, и с вами не произошло вот это. Зентик Альфа построил классный и фановый парк. Однако вот в этом переходе я так и не смог разобраться, потому что это ёбаный рандом. Поэтому я просто поставил невидимые телепорт-порталы, дабы этот рандом искоренить. Парк Панмана заканчивается переходом на Эвазиума. И здесь, вместо того, чтобы по-человечески сделать его автоматическим, зачем-то вставили ёбаный тайминг. Спонсор выпуска – Strap-on Option. И первое говно, которое ты встретишь в уровне, это Дуал Серпонжа. Миллион скипов – это даже не основная проблема парта, а его основная проблема, что даже если тебе покажется, что ты натренил этот дуал до консистента, то он может тебя убивать абсолютно неизведанными способами, и ты просто можешь не понимать, как ты сдох. Ну а здесь, друзья, моя головная боль. Парт на сгуба. Аритмичные клики на пауке. Сам парк, конечно, не сложный, но вот эта аритмичность и полное отсутствие синка с музыкой сбивает тебя с темпа кликов, который здесь и так хромает. Кстати, для Назгуба у меня есть пара посланий. Блять, Назгуб, мать твоя, шалава! Блять, Назгуб, твоя мать, шалава! Я ты меня заебал уже, блять! Нервы! Твари! Самая интересная часть каждого прохождения – это, конечно же, его дожатие. И в моем случае это дожатие сопровождалось неимоверной болью и неимоверным горением. В особенности, учитывая то, что в конце есть три чокпоинта – 86, 92 и 93. Не собрал из них я только 93. Сука, блядь! Кроме того, меня сопровождало бесконечное количество тупника. А вот, кстати, и его нарезочка. Да блядь!
блядь! Ты говно ебаное, нахуй! Ну что это за хуета, блядь? Пидорас, блядь! Нет! Нет! Только не это! Это было так тупо, боже мой! Я вешаться нахуй, все, до свидания. Я заебался уже нахуй, просто пиздец. Однако, друзья, мою волю к победе было уже не сломить. 8695 попыток и 3 часа страданий на последнем стриме не прошли зря, и эту ебаторию я все-таки дожал. А реакция на прохождение будет тупо имбой. Все как вы любите, друзья. Приятного вам просмотра. Сколько раз не делал 40-100, мне переваливало... Да. У меня 42-100 миллион раз уже сделано, типа... Я сдыхаю, как еблан в конце все равно. Наконец-то! Я это сделал! Слава Господу! Слава всем богам, которые существовали в этом мире! Слава всем богам! Я это сделал! Слава России! Слава Путину! We'll be right back.